Всем привет! Сегодня я хочу уделить видео именно шаровым опорам, в которые я показывал в прошлый раз. Это у нас бэушный оригинал, это у нас новая, но подделка. Еще раз напоминаю, новые запчасти сейчас, вот эти шаровые опоры, поставляются вот в таких коробках, не в пакетах. Это была в пакете. И что можно сразу сказать, на вид визуально они в принципе плюс-минус похожи, но здесь нету вот этой проточки для пыльника. То есть куда его одевать, непонятно. Надо прям наверх его закидывать. Тут надевать хомут этот, но он, скорее всего, может соскочить. Здесь выемка есть четкая. Это первое отличие. Самое главное, что даже бэушная шаровая опора ходит с трудом, как я и говорил. В принципе, даже ее даже не сдвинуть особо. Новая же подделка, это вот такое. Ладно, это все внешние признаки. Я думаю, проще будет разрезать их и посмотреть, что внутри. Бэушный оригинал я разрезал. Сейчас разрежу новую. Подделку вообще легко было разобрать. Вот это кольцо, которое уже отваливалось. Чуть-чуть я его допилил. Маленький кусочек вот такой, да? И потом крышка сама слетела, и все это вывалилось. Вывалилось это все. Теперь можно осмотреть внутренность. Сейчас также я выбью из старой всю внутрянку, и можно будет сравнить. Итак, все разобрано. Здесь у нас оригинал, здесь подделка. Первое, что отличие сразу бросается в глаза, особенно при разборе, в том, что это все фольга какая-то. Эта втулка тоже не сильно тяжелая по сравнению с этой. Далее, шарниры. Шарниры примерно одинаковые. Здесь, возможно, шарик чуть побольше, чем этот. И главное отличие, что вот эта втулка, в которую вставляется сам шарик, она здесь разрезная. И здесь просто пластиковый, ну, кусок пластика. Здесь я его разрезал, чтобы вытащить. Итак, в чем же все-таки отличие? Во-первых, здесь сталь толще, шарнир больше. Качество пластика сразу видно. Тут намного лучше. Здесь обычная пластмасса, не знаю, сколько она пройдет. Ну и опять же, все-таки это фольга. Это просто фольга. Поэтому вот в чем отличие между настоящим шарниром и поддельным шаровой опорой. Ну, естественно, оригинал настоящая прошла более 200 тысяч, по-моему, 270 тысяч. А вот эта шаровая, я думаю, прошла бы где-то 50, может 70. Ну, в идеале, может, до 100 по ровным дорогам она бы все-таки дошла. Но все равно это не то. Хотя ценник они пытаются на подделке ставить приближенный к оригиналу. Ну и на мой взгляд, я все-таки рекомендовал бы брать оригинал, он служит дольше, он намного качественнее, плюс пыльник оденется, здесь без пыльника, естественно, ресурс его быстро убьется, то есть это даже может и 10 тысяч не пройдет, если пыльник соскочит у вас, туда попадет вода, влага, песочек и все, он сотрется буквально там за месяц по езде по неровным дорогам. Поэтому всегда смотрите, что покупаете, выбирайте правильные магазины, качественные вещи. Ну а на этом сегодня все. Кому видео понравилось, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал. И всем успехов и удачи на дороге.